персонажами. Истории тоже, да? И мне тоже на навар с приста навар. Там полетели целка. В принципе, сейчас вы втроем потанчите ребро, я в сове буду, а потом уже мастера туда спекнется. Кто тактику не знает? Маги есть, кто-то, кто не шарит. Вроде эти все знают. Мифигдовый кендровист, Мэтт Фокс. Эти все должны знать, а только маги новые. Вот там ближе к личу мне напомнишь, пожалуйста, окей, Систофеге. Не, надо ой, обычку блядь, поставить. Вы с инста там вышли? А, блин, сейчас. Сейчас. Выйдите с инста, блядь. Я сейчас, получается, последний буду выходить. Скажешь, когда выйдешь. То я это... А Шектор, Шектор, ты где? Может, он уже фартанулся туда? Шектор, ты тут? Да вышел он, стоит снаружи. А ты мне по карте показывалось. Сейчас я прогружаюсь. Раз, два, три, все ставишь. Так, должно вот поставиться. Ну, у нас 2 часа, нахуй, надо быстро. Там есть кто души собирает? Да. Тогда не снимай ловушки. Да почему? Снимай. Снимай, пусть собирают с тех, что осталось. Полностью надо вам сейчас это, на связи полностью тебе за МТшить всю эту хуйню. Масхон уже МТшит. Погодите, давайте, короче, шкаф. Че, крип сам снимешь? Я ему там накосячу. О, новая неделя, а дэшечка сейчас пойдет. Будет уже второй дэсик. СМО твой маг? Ага. Опа, Нави, кто-то присоединился, кто-то покинул. Тыкаем сумоним быстрее. Да, он важный, вы где? Где добавим поставить, чтобы КД показывались способности? Это специально, это аддон к ДБМ, дополнение такое. Не, у меня там-то есть. На этом аккаунте. Так, ну, чё, на связи ты где?
Так, конечно, нахуй ФКшить мы хуй чё, когда пройдем, блядь. Что-то у меня, блин, выкинуло сейчас. Пошли чистить. Три человека только нету. Вот восстановление затянули немного. Смотрите, чтоб бой только на этих мобах не был, а то придется возвращаться потом в начало инста. Там уже сзади по всем мобам нахуй бомбы повешены. Стаунтите их, а то они так и будут стоять. Че того тоже что ли? Угу. Артас, я поклялся, что ты умрешь, а плеть будет разбита. Я закончу то, что начал у часов не последней надежды. Ты бы мог стать величайшим из моих рыцарей, Фордринг. Той силой тьмы, которая прокатилась бы по этому миру и перевернула страницу истории. Но тебе уже не суждено им стать. Скоро у меня будет другой рыцарь. Сломить его было очень трудно. И я подверг его душу. Влажный что-то писал, нет? Камни купил. А. Камни на них покупал. Что это, блять? Там спулили пауков сзади. Тут из танков забили. Копии были. Это копии по фастболту плюнули. Копии маговские. Кстати, мантия. Блять, жалко, я тайфун убрал с руна.
Слышишь, Биг Дэм, ты сегодня сколько ТТГ закрыл? Десяток. Ни одного. После РТ, ну это поздно, конечно, ночью будет, не знаю, если будет настроение, надо будет хотя бы одну закрыть или две. Одну закрыть надо, но надо. Закрыть маком ТТГ еще. Суммоните сейчас это, возьму экспериментальную тринку. Ой, блядь. Сейчас где мне там? Камень проебал. Сколько времени есть? Минутка. Полторы. Ну, там три танка. Потом на ребре можно тоже в три, чтобы там трэш не гулял. И потом это самое. Хокмастер в ДД. Не знаю, сколько это триня бьет, но мне кажется, что-то это хуйню она будет. Что за триня? Да которая воля мертвых. Блять. Ставлю рыбу. Ну, Биг Дэм, напомни там, блять, про пизди шинст плюс 20% ИП сверху. Надо напоминать еще, да? Ну да, вдруг я забуду. Мастер, да? МТ. Пускай на связи будет. Подумал о канале еще. Это все готовы же, да? Ну да. А, ну после этого босса навел. Квадратик. И кругляшочек. Кругляшочек это мейн танк. Квадратик оф танк. Ну соответственно, что у нас? Ебать, все, и так все знают, бля, что тут рассказывать. Ну смотри, стоит. Как хочешь, как хочешь. Два часа времени. Ладно, я полежу, блядь. Блин, канулся, долбоёб, прям подъебало. Шип на этом, блядь, на дальнем. Снимите на огне. Шипком. Мы же на вихре ничего не даем, да? Никаких своего. Ну, я перестал давно давать. Нахуй нужно. Ну и что ли дамага? От вихря по 1300 урона идет физуха и все. Ну там в луже не стойте, а то сдохнете, блядь.
Confirm spike cast. Bone storm cast. А Холиды С это новый, да, кто-то? Холиды С это новый, да, какой-то? Да, да. Новый ДСшник. Я говорил, камни у него все, в принципе, эти СПД нормальные. Я шмота полутаю, это нормально будет. Bone storm cast. Big evil is getting here. Да по 12 000 бьет вот эта вот хуйня. Три дня это воля мертв. Вообще ни о чем. Раз 6 секунд, да? По 12 000. А я хуй знаю. Не, она бывает. Ну, бывает и не критует, нихуя. Ну где-то 50% я смотрел, она критует. Ну так-то да. Ну хуй знает. Ну, 7% ДПС. Оля на мага Жезл выпал. Жезл говорит. Такая параша. Это где 100%, 6% ДПС. Ну ты ниже, сори, блять, там выше нахуй. В принципе, топ-1. Да, похуй вообще. Типа, если кому-то надо, то давай, мне я так мусор пособираю. Спасибо, что риснули, блядь. Прям... Еще добавляй бичи, блядь. Бичи, ну. Я, блядь, книжку читаю, нахуй, там. Это по следам золотого тельца, нахуй. Ебать там это слово, я так сижу, я сижу на работе и вспоминаю, как я, блядь, челика в рейде называю, блядь, и смотрю бичи, и так написано в книжке, смешно, пиздец. Эти бичи, ну там каких-то студентов, нахуй, у них экспедиция, их бичи какие-то преследуют, блядь. Сука. Там мимо по помощнику или только у меня? Все нормально. Подвигать надо. А ты что, призом нормально с Акисой общался? Кто вообще с ним общался? Взял, съебался челик и все, и с концами. Он мне даже в диссе не ответил. Видать, так пригорело у него на меня, что даже отвечать не стал. Для нашего господина нет ничего невозможного. А сколько не было, да? Не знает границ. Нет, я тут же скажу. Я сегодня с диссом, я доволен. Ёбаный, хули вы мне не напоминаете, блять, надо же души забирать. Бать, так неинтересно играть на маге. Ну вообще хуйня, нахуй, это поиграл такая параша. Не, блять, ну, на нем интересно играть, когда ты одет нормально. Когда не, ты, блядь, ну так-то да, блять. Когда ты, блядь, стоишь, кастуешь, нахуй, поэтому... Мне, знаешь, мне интересно было бы играть на нем на личе, вот конкретно, чтобы меня валька хватало, я блинковался, или ты от этого выигрывал дамаг по личу, это прям пиздец кайф.
Вот это плюс мага большой. Когда Лока, тебе мага... Валька хватает, ты можешь блинкануться и забьять ее? Да. Ну, не... Да, отпакованная это... хуета. Не из Вальки, а когда она тебя отпускает. А, когда кинула, да? Угу. Там так-то IQ надо прилично, нахуй, чтобы это сделать. Ну да, все, тогда понятно, тогда нормально все. Это фича называется, то есть не бака фича. Ну да. Ну, кстати, она на грани делается. Вот два из двух я сделал прям на грани, прям так. Ну, у тебя символ там стоит? Там нелегко сделать. Символ стоит на дальности блинка? А я хуй знаю, сейчас гляну. Символ если еще поставить, будет нормально все делаться. Нет, не стоит. Не, типа запрыгивает нормально, она просто кидает, типа прям надо резко развернуть и прям успеть. Ну да. Вот для этого. Не, это все хорошо. Это хорошо, что такие способы есть. Потому что люди, ну, заезженная тактика, она хуевая, а вот когда вот так вот выигрываешь чисто смекалочкой, блядь. Это ли тактики лет 7. Какой? Вот мастер, именно блинки из Вали, когда она тебя кидает. Ну да, 7 лет. Нам, блядь, люди умирают. Ну, по крайней мере, сколько я тут хуйню знаю. Просто, ну, логично же выиграть больше дамага по лечу, чем бить Валик бесполезно. Ну, конечно. Меньше волн Валик, меньше Валик вверху висит. Ну, типа, варлоки, маги, блядь, всегда эту хуйню игнорировали. Их не трогали на Валиках. Перезахожу ставить. Не знаю, кого еще. А, у нас тут, наверное, три. Нахуй нам надо? Три танка, наверное, надо. Кукмастер на связи. Смотри, нахуй, я похищаю души, блядь, у людей, нахуй. Смотри, блядь. Просто... Это не люди. Ну, мобы. Смотри, блядь. Люди, нахуй. Смотри, какую злая сова. Я Шансунг, нахуй. Видели, да? Твоя душа теперь моя, блядь. Шансунг. С ребра-то забрал? Да, Samsung? Samsung. Будет Samsung. Где хули лица? А, квест, что ли? Чё вы мне не сказали, бля? Ща я возьму. Ой, чё, квест? Квест, берите все. Я забыл. Да, Ретрика придется держать Челика. Да не, давайте я Линкерном подержу его. Да, подержи. Там два танка все равно. Давай хоть Кукмастер слева, вот а то, на что... связи справа. Кукмастер, у тебя будет два фанатика, а на связи будет один фанатик. То есть фанатиков приоритетно забрать, чтобы они людей не убивали, которые их бьют. А этих кастеров похуй, пусть кастуют, они должны умереть быстрее, там, чем пару кастов сделают. Давай, Ким. Все равно. Верно, со сразу убивайте. А, блядь, я не поделил, как только когда с какой стороны бьет. Давайте четвертая, вторая группа вы справа бьете, третья и первая слева. Там приверженность стоит, ебашит нахуй по рейду сзади рейда. Это что, если что там лишником информация? Он переродился. Через 6 секунд опять выйдут. Все справа помогите добить там, кто добил своих левых, правых. Правых добейте, пожалуйста. Блять, я в отражение попал два раза в ряд, извиняюсь.
хуёво что-то попало. Да вообще пиздец. Контроль, да, там? Мардаун-то контроль. Мардаун-то ебашит нахуй на все бабки. Чё, блять, это не моб, это мардаун вышел. Трэш вышел. Там убиваете приверженцев и потом фанатиков. Слева добьете, справа помогите. Интересно, от того лунного огня, который в себя отразил, и он потеетикает, от него увеличивается ли КД звезд... уменьшается ли КД звезд... Ой, ёбаная падла, блять. Охуенно. Как так вообще? Почему так много людей? А, Седжу, стрела. Седжу. Стрела еще прилетела. Контроль дайте по Седжу. 1% босс сейчас переведется. Давай, короче, Рависта, БР Мифик, Мефокс, БР Ворлд Флексу. Войд там, наверное, какого-нибудь. Мифик бич ебаный. Ну давай еще раз мифик походит тогда. Ну так мне рестнули и сразу же лужа туда. Ну ты нахуй сначала была лужа, потом ты встал в лужу. Там дух идет на сауну какую-то, ага. Там уже пару раз хлопнули. Там еще дух, да? Они пусть там... На кого-то идет, там, на каких-то шаманов там он стоит. Там шаману контроль дайте. Да не убейте его. Да, блять, вы че нахуй? Там у нас сколько? Две совы стоит, три совы, блядь, стоит, нахуй. Че с контролями-то? Дух. Смотрите, дух появился, на сову идет там. И это нам. Опять два духа, вот, смотрите, один, короче, носовой идет, а второй куда-то в другую сторону. Он ко мне идет. Еще вот там дух. Опять вот на мага идет. На дамена. Ага. Ну, важному не судьба, нахуй. Дамена, контроль. Контроль. Дух на... На ретрика там на какого-то бежал. Где там еще духи? Танка бежит, который Дарнован. Там, кстати, сейчас в мелизоны ебашен дух под босса прям. Там еще лужа в мелизоны, бежать надо. Spirits. Тролда прохилите, пожалуйста. Он духа взорвал. Да, это понятно. Он подо мной ебать появился, классно. Нет, он там очень долго он появляется, там очень много времени, чтобы подбежать. Spirits. Он в мире зоны идет дух. На кого на мифике бежал? Spirits. Spirits. Что надо сделать после того, как стоит дух ебалом? Отойти. Опасное место, раз он туда пошел. Я заметил, что духи очень много бегают за совами. Осколок. За шаманами тоже. Я понял, блядь. Ну где начнется сейчас эти таблички ебаные, блин. Да я думал, багруха сейчас выпадет, как раз на твоей. Ну тебе надо это говно, да, по-любому? Да, мне все надо. Это же это говно никому не надо обычно. Пока надо. Все. Так, значит, ЕП на этого. На мага придется кидать. Не, ну так не пойдет, блядь. Ну, как ты хотел. Надо же мага как-то одевать. Привяжи его к престу и хуй знает, блядь. И на преста тогда накидывай, типа.
Блять, можешь вообще тогда, давай я тебе дам плечи, можно тогда нихуя не накидывать мне, почти на не буду эту хуйню заниматься. Да не, надо, чтобы правильно было, а то так все будут делать. Ну, типа, если кому-то, говорю, нужны эти плечи, забирайте их. Нет, блядь, там они есть, ну, никому не нужны. Ну, все, в чем-то надо как-то ЕП, чтобы, ну, не шло чисто, ну, на того, кого ты в гере одеваешь, а ты ходил, одевал твина. Ну, понятно, что вещи не нужны, но за 10% они идут, хотя бы половину ЕП туда-сюда. Может быть, если да ты это залупа, это залупа будет полная просто. Может быть, если ты где-то зайдешь там на лича или это на седу. Уже такая хуя была, что, блядь, я тоже пошел варом, блядь, мне там дали там на 200, на 300 и поменьше, и на следующем КД я, блядь, чешку не смог, или не чешку там, ну, вот, там надо какую-то хуйню это, не смог собрать. Что-то блядь. Делать так, вот смотри, ты же фул не пройдешь, например, на синдре твой маг не нужен, на лане, на профе, вот на квартальных зайдешь варом, и тогда получишь ИП туда. Чтоб ты КД словил надо. Вот в чем фишка. А то так бы все хотели делать. Все, блядь, своих персонажей-то одеть не могут. Ты говоришь, все, блядь, делайте. Забрал. Не, ну персонаж, персонаж рознь. Вот как он у тебя начнет десятку хотя бы давать, можно идти на фул. Пока что, по крайней мере, сегодня придется КД на вара словить. Или на пристань, не знаю, на кого хочешь. На кого-то, ну, квартальных, чтобы нормально пройти. Ты же не думаешь, что на профа, лану там стоит таким магом заходить? Этих 8 боссов можно, я думаю, без проблем. Ой, то ты нужно сосать не забываешь? Я с этой высосал, как он называется. Ну-ка, сейчас с дракона посмотрю. С леди высосал. Вот с дракона сейчас сосется. Нормально. У меня что-то 438 показывают. Это, наверное, еще 2 КД, наверное, или 3 будет еще ходить. Все готово. Кто будет соревноваться за топ-1? На корабле. Дайте я в пушку сяду. Рейс. Шаман, рейс на корабле. Шаман. Равист, иди отсюда. Прям. Че, кто Мородина танчит? Иди от пушки. А Хокмастер, а че ты не в ДД еще? Ты Хокмастер давай в ДД, вон на связи там танчит. На связи. Че за пуха у тебя? Грань. Ну а есть у кого-то чарка на грань? Че там? Берсерк надо? Да? Вообще похуй, иди бери, блять, корабль еще не улетел. Иди бери, вообще летим, еще можно взять. Кого взять? Ты про что? Ранец? Мера, Равис, там. Ранец, да. 100 голды дают тому, кто обгонит меня по ДПС. Вот я тебя запомнил, Равис. Мне тоже тыкал. Блять, ну ты понимаешь, что, блять, ну профитнее, чтобы я сел в пушку. Хуйней занимаешься какой-то. На связи ты улетел туда? Ну, знаешь, что ж, она забаганная, не только я хуйней занимаюсь. Туда улетел танк туда? Я не вижу. Нам надо бить колдуна. Да, нет, заморозка, на связи лети. На связи что так долго? Маг еще там не появился. Так оп, нам оп, надо же туда оп. Прийти, начать кастовать. Уничтожается на том корабле, нахуй.
Звездопад, звездопад. Ну хули. Я обнуляю КД просто. Могла бы на секунд 20 было бы нормально. Знаешь, как сложно нахуй одну кнопку нажимать? Я верю, блядь, прям ужасно. Это заветная цифра 30 на звездопаде. С КД 30 секунд, да? Или сколько там? 1 будет нажимаешь одну кнопку. Раз в 30 или сколько там секунд одну кнопку. Чё, меня никто догонять не будет, что ли, блядь? Алло, никто не хочет поруешить. Он даже на нашем корабле, что ли, не могут обогнать. Колдун с усмирители небес. Чё? Ну, топ-2 по урону. Колдун 870 тысяч, колдунов, которых бить не надо, да? Ну а что, нормально, нахуй? Хули делать, нахуй. Надо же кого-то бить, блядь. Ты поэтому посмотри, поэтому же я тоже даю. По... Ну вот колдун, да, это есть, который, ну, мы же его убиваем специально, чтобы он пушки разморозил. Это очень важно. Ай, подожди, да этот. А, ну да. Да. Может, перелетим, на мне 50 стаков. Да, давай улетим. Улетаем. Не-не, колдун это он, который стоит, он просто так рядом с дверью. А там сбегает маг какой-то, что ли. Так, скажешь там, как скинет. А, тоже такой. Пока на нем еще стаков 9 секунд, так что ждем. Кто же тут? А кто дамажит? Все, можешь лететь уже что-то. Че, одна пушка забагалась? Левый равис забагал пушку. Сес же хочет догнать, нахуй. Надо быстрее, блядь, спамить эту хуйню. Сейчас, блядь, ты меня не догонишь. Я погоди, у меня звездопад откатится, блядь. На, нахуй. Вот так вот, блядь. Что, у меня больше ДПС? Да, конечно. Сотку голды на почту кинешь? У меня больше. Так, момент истины. Это... Мне нужны 2 на пула, блядь. Я хочу 20-ку дать, нахуй, заебал это. Не-не-не, забей. 2 на пула, короче, по очереди, блядь. Вот ханта попросишь. Какой хант? Ну, надо это. Че, вары не рисунули, сундук открыли, да? Не, мы с рогами сейчас круговорот сделаем жесткий. Да вы охуели, блядь, какой круговорот, блядь? Я когда-нибудь дамажить буду, блядь? Мне не лагает сегодня, нахуй. Какой-нибудь маг мне вообще МК кинет там по-братски? Нет. Уебать, натуре. Слушай, если хочешь ДПС, заставь мифика спекнуться в демона. То у нас давай. Не лево, не демон. Давай, мифик, что за демон. Так, а я вообще не могу в демоне играть. Нихуя не что знаю. Что там одна кнопка? Давай, ротации, 600 СПД. Вот представь, ты снимешь просто 5 шмоток, блядь. Понимаешь, 600 СПД это же нихуя. И как мы без этого играем? Тебе один только надо крипток? Или второй можно? А ну второй получается никому не надо, значит Лингарму. На ПВП. МК какой-то висит у меня, не знаю кто кидал. Надо еще ПС-ку. Кто с вас? ДЦшник, ты умеешь ПС-ку кидать? Покидаешь по войду, короче. Это, Гера с пула пройдет и сразу после Геры кинешь. 10% от Фокс.
А с сурка тоже, да, нельзя забрать тело, нахуй. И кто там, Мардан, ты в шипешник спекнулся? Нет. Ну давай спекнись, нахуй, там 4-5 хилов. Ты 16к хотя бы дашь, нормально. Твой ДПС вычтем, это будет ДПС рейда. Спекаешься? Все, я пока запускаю. Че, потрексует кто-то, бля, прием. Кто-нибудь с разбойников, кто не хочет двадцатку давать? Какую двадцатку? Заебали в натуре, бля. Окей, давайте я крип. Кто первый? А мы с Эдерой триксуемся. Крип потриксуешь? Шкаф, шкаф поставь. Шкаф быстрее, мисть. А чё за хуйня? Куда он делся? Пиздец, крипток, ты куда? А вы рыбу ели? Как будто надо рыбу еще. Ну вот на всякий случай, если кто-то проебал. Поставил. Слушай, скоро будет запускаться. 15 секунд. Ну кто, ставки делаем? Дам 19к или нет? Сука, хотя бы 19 надо дать. Криты хуйня полная, блядь. Не говори, с 9-го затмения первый прок. Ой, блядь, гнев, тьфу ты. Это пиздец, у меня 3 было. Фрэш, бейте нахуй, а то он вас всех поубивает, блядь. Если его убить не будет. Скажите, как Гера закончится? Уже закончилось. Кончилось? Да. А, он поиск уже висит. Да Вакин заебал мне, тормози нахуй. Давай, сука, давай, ёбаный в рот.
26, вот, что-то какая-то хуйня, нахуй, мне даже не верится, что так возможно, нахуй. Вот просто теперь открываем, нахуй. Но пулом, конечно, возможно. Открываем Геру, да, которая была, блядь, на этом КД, нахуй, и смотрим, где такие же цифры, как вот сейчас, блядь, словно там по 23, блядь, 24. Так в Гере будет дольше, ты же понимаешь это. Да, типа, ну, на сурке то, меньше, он держится же ДПС плюс-минус все это время. Или нет? Осколок. Я вижу осколок. Сколько тебе осталось, Райс? Я не знал квест. Это будет 20-м. На том КД 25 обычки не повезло. Ебать, в рамочку ставьте этот. Ну, таких цифр я никогда не видел, нахуй. Разве что когда это пофиксили первый раз. Т4. Ну, что там у тебя 2 на пула, да? ПС, а я не знаю, сколько на пула. 1 на пул. Крип только на пулю. Имка, блин. Ну, надеюсь. И демон еще спекнулся. Демон, да? Это, да, это по-любому зарешал. Ну, ты представь, 600 СПД, да? Это по-любому вот эти 2000 есть. Так, типа, 20-ка была бы только. Ну, у меня сейчас 4973 СПД. Но я без фласок, без нихера, блин, нету, пока голая. Там, если время появится, буду летать фармить. Да ебать фармить на все, на прикол. Слушай, да я смотрю, коки хорошие. 86% аптайм бешенства. Я бы сказал, вообще пиздатов. Когда на уши 85 на таких боссах. Так, этот самый ДЦшник, у тебя что там по плащу? Какой у тебя линкани? Хули ДЦ, который? Тебе не надо этот с хостой или надо? ДЦ крит все собирает. Ну, ДЦ, в принципе, да, но если, типа, надо, я хуй знает. Ну, повыше тебя чуть. Это, ну, плащ такой же, только с хостой. Вместо крита. Я не знаю, откуда этот плащ продает. Наверное, куда-то с этого... Как... Да, он обычно за ОД. Все тогда. А, там же еще Рейс Фейс. Рейс Фейс, а тебе, может, не надо? Тебе дух нахуй не нужен. Как ты думаешь, Рейс Фейс, ты не против? Да не, если надо, давай, блядь, я не думаю, нет. Не, ну на я шамана не... просто дух не нужен. На я шамана надо все это... равно. Вот там у тебя получше плащ. Ну, смотри, я ему могу закинуть, типа. Так-то да, там немножко больше СПД, на 12 будет. Ладно, похуй. Ты какие-нибудь там с пугами 10 оп, ссылка сводишь и пиздец, сразу лутаешь. Я-то когда вагонился, там пиздец. Конечно, ну одетый рейд не сравнится с неодетым, блять. И ДПС по итогу у нас, мордаун, чё, ну 17 дал, чё, 327, ну считай 310 ДПС, то есть у нас проходной ДПС, ну как бы надо играть тоже, ну не, ебла, не ебланить, хуйню не исполнять. Не факт, что я там на других боссах по 22 буду давать. Так что, блин. Ой, я сейчас релот сделаю. Погоди. А ваш, мое, вот, короче, от чего зависит СПД? Вот чем больше у меня СПД, тем больше прок СПД, да, вам дает? А. А, ну сейчас я тогда скрита на СПД переставлю. Да не, нет, не парься, слышишь, мифик, не парься, сейчас нет необходимости в этом. Не трать бабки, не занимайся этой хуйней. Не, я ж не баф, я бафы, 2%. А, нет, а, нет. Бафы это да, только не перебивай, ничего там не делай. Надо точно узнать, что в формуле повышает СПД.
Ну, СПД лока вроде как точно, а что-то еще там, по-моему, то ли стамина, то ли инта. Блять, в локе вы давно бы, сука, зашли бы на форум и прочитали, блять. Там, блять, вот информации просто как конь наеб в интернете, я не знаю. Зашел просто и разобрался. Нашел бы формулу, блять, за счет которой апается СПД рейду, блять. Я знаю, что там за счет того, ну, за счет того, что, блять, как его сказать? Когда вот этот твой бес, блядь, тебе апает СПД, на момент вот этого применения им этого бафа, сколько у тебя СПД будет, настолько бафа получишь. И если это подгадывать, блядь, то есть под какие-то там прожимки, пороки, то это будет вообще сильная хуйня. Ну, вот меня убило, блядь. А ты тонкий. Ну, так дело в том, что я один там не играю, мне даже не нравится. Нет, просто... дело-то не в не нравится, дело в том, что ты... Вот считай, ты некромантика, притон играть не хочет. Вы два лука, а в рейде должен быть демон. 600 СПД, я же еще раз говорю. Это же, ну, не валяется на полу. И представь, просто сними 5 шмоток и поиграй. И как ты будешь, когда можно давать на 600 СПД больше? Это для рейда надо. Потому что в рейде, считай, 10 РДД и 5 хилов. Им всем 15 этим людям нужен 600 СПД. Это охуенно. Это жесткий баф очень. Так что в 4% там от комбо троги, от армсовара, блять, то есть, ну, очень. Если все бафы собирать, подбирать, дамажить проще. Босса быстрее умирает. Вот считай 4% к каждому человеку. Ну, ты каждому мечнику там дал 4%. То есть у каждого мечника ДПС увеличился на 4%. Ты, блядь, каждому РДДшнику дал, блядь, там 700 СПД, блядь. Это тоже, нахуй, ладно. А так вы, нахуй, один в демоне, блядь, другой, нахуй, тоже там в мутике, в хуютике, блядь, все, пиздец. Ни 4%, нахуй, ни СПД. И мы стоим такие, да, вы дамажите больше, блядь, в своих демонах, блядь, в гестриках, хуестриках, но при этом рейд дамажит меньше, нахуй, ну, процентов на 15. Ну, короче, блядь. Рейд будет дамажить больше, и он перекроет то, что, ну, ваш дамаг будет. То есть... Ты, ну, как я не знаю, как талисман рейда. То есть как ДЦшник, то есть нельзя, чтобы тебя не было. Такая вот сложная судьба у демона. Так что учись играть демоном, и в нем тоже. Ты девятнашку дал, это заебись. Это, ну. Че бы ты там в дестрике дал? 21 или сколько? Да это хуйня, я 26 дают демоны. Ну, нормальные одетые демоны дают 26 классов. Вот при том, что они рейду еще дают бар. Да. Ну там при рейдовом ДПСе, конечно, блядь, в районе 4. Ну да, 420. 8, 490 там рейдовый ДПС. И 26 тысяч у демона. Что-то этих сагали, а чего их сагали? Того петуха грипните мелкого. Ёбаный в рот. Там репутация на кольцо натикала хоть, нет? О, все, короче, все. У меня все поглючило, разлючило, потом пропал звук, потом появился звук, все, идем. Ты что, я уже, блядь, в шоке был. Самое уебищное — это души собирать, походу, самая хуйня. Не, осколки еще хуже, конечно, блядь. ОДС-ки — это вот вообще убожество. Придумали, сука, с джайном. ДС, хотя бы на позах бы ДС убрали, и так с джайном надо брать. Ну да, не говори, блядь. Слушай, после того, как с джайна заберешь, тебя еще ронин 5 косарей голды спиздит. Мартан, ты где там? Я респекуюсь. Давай, беги только сюда. Я тоже бегу. Ой, там рыба надо кому-то, я хуй знает. Рыба. Ну, не надо. Ставлю на всякий случай. Нет. Три метки, три спора. Я там кто-то спрашивал про метки, про споры.
Face Face спрашивать, типа, к боссу все. Ну, первый. Я почему-то... А, вон, вижу рейдовый чат. Исправили здесь, вешается только одна спора. Ну да, на связи. Давайте, блять, это, принимайте, чтобы начать уже отчет давать. Все готовы. Давай отчет у тебя 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Из мили один вынесите, кто не спору. Еще одна из мили, то квадрат тоже убегай. Свой визжит как поросенок нахуй. Это придумал, блядь. Черепочек, черепочек, куда ты там стоишь, блядь? В звезду, блядь, тебе надо было прийти в звезду. Сейчас готовьтесь, надо будет дать, наверное, две незыбки. Нажимайте сразу через 5 секунд. Нажимайте две незыбки и массакру давай, наверное. Забрал. Дамага вообще нет. Вот эта хуйня круг вокруг меня крутится. Это что за хуйня? Это баф какой-то, блядь? Это хил какой-то дают. Я можете уже не выносить. Ты имеешь в виду про белый такой круг? Не знаю, круг такой появляется. Ну, это вроде ТТГшная шмотка. А-а-а. Шамановская. Прикольно. О, ноги, да? Я скунок. Угу. Так, кровь не надо никому. Нет. Суманите там. Дальше. Ну, оставьте шкаф.
Ну, мурависты, сумуньте. Так, все же под боссом, да? Да. Угу. Так это у нас скоро первая БХ появится, да? Как проценты скоро? Считаются от полной стоимости шмота. Полная стоимость шмота написана в DC. Текстовый канал системы лута. А если ты себе купил осколок, когда скидки были? Я за голдун, но если что, у меня валяется 6 кусков на него. Чё говоришь? Я буду за голду. Ну, у меня, если что, валяется 6. А нахуй мы тебе посох собираемся, ты еще не... Слушай, а то есть именно только донатом его можно покупать? Другие способы, то есть только донатом его брать можно, другого не существует. Не, ну за голду ты же хотел что-нибудь. Ну, да уже лежит вся. Я не могу его купить до квеста, в том-то и прикол. А он до квеста не покупается, ты его тупо не полутаешь. А, ну, потом мне пишет админ, я кучу раз задавал вопрос спецом. То есть, ага. Если, если за донат, то он у тебя будет валяться. Если вот так, то ты его не полутаешь с Жанни без квеста. Да, я понял. Я тогда уже сходил. У меня голда валяется. Пару недель уже. Фу, голда на него. С запасом. Я сейчас потихоньку продолжаю парень, чтобы потом полируйки вставлять уже спокойно душу. Интересно, но это... Выйдите из ложи, блядь. Из ложи выйдите, коли вы не стоите, блядь. Будет на этом, как он, на Новый год какие-то скидки. По-любому там 25% или 20%. Ты там частицу, да, на водикон на него блюет частенько. Ой, блять, надо выкинуть на водикон. Не будет скидки. Там это нахуй. Да иди ты нахуй, блять, заебал, блять, меня зарыгивать, блядь. Лох получается. А свистовшага чё? Просто не прохил нахуй. А так нахуй, а вы за спину не пробовали вставать бичи, блять? Блять, я если честно даже не знал, что это его морда нахуй. С этого и начинаются вайпы, блять. Просто стоял в кемпе со всеми. Ох, что-то участь магов, блять. Да вообще пизда. Чуть проебался и на в лицо. Ну нельзя нахуй на маге, блять. Угу. Смертельно опасно, мать. Он стыдно должно быть. Маги. Ладно, мне там может еще пока. Че, сразу зайдешь на этого, на профа? Кем там? Престом или кем? Ну нахуя, бля, что у нас ДПСа не хватает, что ли? Ну смотри, всё. Имей в виду, бля, а то он... будешь пельмени ловить, я за тобой посмотрю, бля. Мне ОДХ нужна, бля. Ну это ОДХ. Понятно, что ОДХ. Взрыв. Ушли. Разбежались. Персошли. Да, на конкретный лоб. Блять, вот. Ебать. Нет слов, нахуй. Ну, травма, покупаем, нахуй. Не героическая. Боешка. Ну, хоть такая, блять, хули. Слушай, Мэтт Фокс, я тебя в хиле не видел. Ты как думаешь? А вот этот Холи ДЦ ему не покатит она? Слышишь, Мэтт Фокс, я тебя в хиле не видел. Чё у тебя за хил? Шаришь, как играть в хиле? Я не видел просто, так что, ну, сотка это слишком смело. Он со мной садил в РБК нормально, вроде хилил. А, ну... РБК? Надо тебе как-нибудь, да, как давай в другой раз. Потом, когда фул рейд отходишь в хиле, уже тогда под, ну, задумаемся. Сейчас пока мордаун. А сколько нету? Ладно, на линии. Там
Ёбаный в рот, хули вы мне не говорите, я душу забирать забыл. Вот еще ебаный, это 4 выбивать, блядь. Поиграл. Смотри там у приста спроси, но если он тебе отдаст, то пускай. Да, и пропал этот, как его, портал. Не пойду я тут заберу души там с этого пидора. Да, посох я хочу, конечно, нахуй. Уэйт, квест в Обаме можешь что сделать? Так, кто говорит? Керсери. Квест в Обаме. Мы на прошлой неделе делали на связи, и у нас рейд превратился в 5-часовой. На X3 давайте делал, да. Я шарю. Ты шаришь, да, как делать? Да. Ну это заебись. Не, ну давай хули. Давай чисто хуй, блядь. Один трай, если вайп за тебя, блядь, то мы просто убиваем без вот этого залупа. А я на леди надеялся добить сегодня. 7 дров. Ну просто если у нас час до конца РТ осталось, блядь, то мы сейчас условно говоря вайпнемся, да, из того, что, например... Закрывать надо на фул по-любому. Тут как ни крути, кто-то спать пойдет, мы доберем людей, повешаем КД, и надо закрывать. Потому что, ну, не вариант оставлять. Придется терпеть, хули. Раз так долго рейд проходится, раз мы ФКшим. Еще печать на... Мегаридона не чекаем, да? Да, вот печать не чекаем. То есть, ну, безалаберно относимся, оно на самом деле проносится 40 минут. Единственное, что мы груля не пошли, потому что там поменяли что-то. Надо смотреть. Еще там надо туда сходить посмотреть. Короче, смотри, Кирсори, если ты прям сделаешь так, что рейд не заметит, если ты, ну, если ты слизни не заметишь и будет вайп, ну, я не знаю. Я вот. Слизни харкать я умею. Смотри, там на втором ты, суть в том, что ты, когда заряжаешь скорб, у тебя 100 раги пропадает, тебе нужно будет успеть набрать еще 50, чтобы потом плюнуть следующего слизни. Не, ну обычно там метод прям перед фазой делают, не? Ну, там тебе в любом случае плевать придется. Тебе надо будет, вот выйдет слизень, ты в него условно приплюешь. Допиваешь лужу, у тебя должна еще лужа остаться. Короче, давай в другой раз сейчас и очереди дохуя, как-нибудь на другом когда сделаешь. И времени сегодня не так много. Надо с целка начинать. Или может вообще магик выбирать. Давай в другой раз. Все равно там очередь еще на осколки дохуя. Этот. Ну давайте, кто там? Лингрен в кукле, да? Угу. Давай я в кукле. Я с этим Обамой не очень дружу. Ой, наоборот, профессором. Ну, давай я в Обаме посижу. Еще толстый. Там танк побегает просто. Да не, пускай, давай. пускай он будет. Принимайте, надо, ну, надо пулять, хули, не ФКшить. Что у нас там? Мордаун. Когда запускайте, даже если я ФКшу, это значит там просто переписывайся. Иди пей. Кто пьет в итоге, я? Да иди пей, да. Блять, вы... Ёбаный в рот, иди пей уже. Очнитесь, да. Просто мы так, блять, будем проходить по 5 часов серии, да? Надо идти уже, чтобы боссы падали нон-стопом. Зложу выходить. РДД, все в звездочку соберитесь, кучные, пожалуйста. Сейчас будет зеленый слизень ходить. Личники бьете в сторону РДД, чтобы он вас сюда открыл. Сейчас слизня замедлишь. Нету раги, да? И что, все в черепок все сбежались? Он не знает. Это, мол, такая хуйня. Угу. А вот это второй раз, ну... Ладно, нахуй поебать. Переводите. 4 секунды, чтобы перевести вас. Что
чтобы тебе хватило раги, типа, на первое снятие, тебе надо растягивать лужи, то есть не пить их вот так быстро, как теперь. Смотрите, это сейчас скоро колбы будут, и пельмени полетят. РДД. От пельмени отходите, за звездочка. Сейчас колбы будут через 7 секунд. К стене веди босса уже, чтобы колбу скинуть. И смотри, РДДшники в колбах стоят. Вот, сова. Они колбы, сейчас взорвутся. Колбы, выбегите, пожалуйста. РДД из колбы. Сова, иди, отойди, сова, отойди. Блядь, ну ты отлетишь сейчас. Сейчас. Звездочки РДД. Это звездочку для кого поставил? Пельмени полетели, отбежали от пельменей. Красный слизень появляется. Сейчас по красному играем все. В ложе не наступаем. Крестик, беги, 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 беги. Чокинг сун. Сейчас пельмени полетят. Бомба оставил. Пельмени отбегаем. После пельменей все в звездочку сбегаем. Все будет сейчас зеленый появляться. Все кучнее соберите в звездочку. Лужа. Из лужи выйдете, там сова какая-то стоит. Это я. Это вообще повезло, что он не кинул. Сейчас колба через 7 секунд. Ага. Пельмени полетели, отбегите от пельменей. Уже поздно, да? Да не, не поздно. Вроде все, да, отбежали. А, лужи. Сейчас красный. Красный уже каст выбирает. По красному все пошли играть. Убегай, блять, я думал. Замедлить его еще надо. Отбежали. Здрасте, блять. Беги, 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 беги от него. Дамажим его быстрее. Так, я Мэтт Фокса резну. Как-то, я встану. Ладно, потом. Он встанет. 42% у босса сейчас появится зеленый. Все, пожалуйста, в звездочку собрались. Все РДД собрались в звездочку. Надо стопать. Стопните немножко. Три лужи надо, пей быстрее. Не надо, наверное, стопать. Мы его переведем. Ну я притормозил. Ай, там зеленый, я говорю, все в звездочку. Дебилы, соберитесь. Блядь. Вы долбоебы, что ли, блять? Вы звездочку не видите нихуя, что ли, на карте? Да нет, там. Убиваете, где? Там Рогов в той стороне стоял. И Деров был виноват. Че у нас? А, 3%. Сейчас, 9 сейчас... секунд, чтобы 2% перевести. А, да, сейчас будет этот. БР у кого есть? Пельмени, пельмени, пельмени. И у Мэтфокса, и у кого еще? Надо по ДПС у кого-то. Вот Седжу. А... Криптокс. Седжу резайте и все, там остальные не дамажат особо. Ретрика можно еще резнуть. Седжу. А, криптолка. Криптолка и Седжу удвои. Ну, Мудфокс, Седжу резай. Ревист, криптолка. Давайте Геру. РДД, все в звездочку встали, блядь, пожалуйста, я вас умоляю, блядь. Сейчас будет этот. Полба, пельмени. Полба через 20 секунд только будет, понимал. Надо лужу тут разлить и потом выйти отсюда. Да-да-да, туда потом идем. Мы уже запираемся. Уходите быстрее. Спокойно, пройдем. Сейчас туда только не бегите наперед, там сейчас будут колбы. После колб побежим. От пельменей отбежали? Что колбы наебывают, пиздец, не стало. Ну, теперь только... Забирай 400. Лужа. Ушли за звездочкой. Нахуй ты там, вот зачем? Ворует кто-то, наверное. Это был Щектор, по-моему, да? Ну хильти, хильти, ёбаный в рот. Масса крода. Ушли, ушли от пельменей. Нам не хватает ДПС, надо будет воровать сейчас. Сейчас я буду воровать. Давайте воруйте. А, не зыбку, наверное, давай. А то что-то рейд у нас помирает. Забирай обратно. 5%. И 8%. Это будем сейчас повторять несколько раз. За звездочкой. Аккуратнее, колба. РДД пойдете и не наступите в колбу. Массакру давай. Они же не понимают, что колбы взрываются. Но... Забирай обратно.
Добьете, не добьете. Нет, уже. Не да нет, там 2 миллиона. Вот, ну, поздравите Деру, ГЦ всегда там сбоку стой, чтобы убивало 4 человека. Ну и Релла, блядь, который, ну, думает, мага 0 ДПС, а можно проходить профа, блядь. Когда вот так вот бичи падают, надо ДПС нормальный. Идера, спасибо, блядь. Идера, блядь. Мы сейчас вайпнулись, ну, блядь, ну, точно, нахуй, не из-за меня, блядь. Ну, ну похуй. Ну, вот, вот ты и думай, вот смотри, вот ты на месте Релла, вот ты и думай, кого взъебывать за это? Этого же вообще не должно быть, нахуй. А мы из-за этого, просто... вместо того, чтобы сейчас уже прийти на синдру, мы сидим здесь, нахуй. Вот и думай, как это решать.